невинной крови льется море. Позор тиранам вечный стыд. Дорогі мої, дорогі малоютубороси і малоютубороски. Ну що, сядем рядком да поговорим лотком. Як на партсобранні. Вот так. За актив. Вернемся к изложению хода русской революции. После того, как в России победил конституционный строй, политические экстремисты решили использовать эту ситуацию для углубления и развития революции. Было заявлено, что никаких свобод в России нет и не будет, что все это обман власти. И чтобы свободы были, надо обманщиков перестрелять и перевешать на фонарях. То есть убить правящий слой России. Одновременно говорилось, что надо ограничить частную экономическую деятельность и всю земельную собственность отдать государству. Дальше был интересный пункт. Само государство тоже следовало упразднить. Государство не нужно и вредно. А как тогда быть землей? Непонятно. Ведь ее вроде передают государству. Потом был выдвинут тезис, что временно в капиталистическом окружении государство будет отмирать путем усиления. Но вряд ли в 1905 году думали так далеко. Думать там вообще было не положено. В ложах строго и все по градусам. Параллельно выдвигалась идея упразднения русской армии. На самом деле в иерархии приоритетов самый важный пункт. Потому что Россия в 18-19 веке – это прежде всего великая армия. И само русское государство было выстроено вокруг армии. Ну, так получилось. Элементы такого устройства были во многих государствах, например, в Пруссии, но в России особенно. Вот такая программа. Она была у эсеров, эсдеков и кадетов. У кадетов в слегка припудренном виде, но именно слегка, из расчета на дураков. А главной движущей силой этой программы был военно-морской флот Российской империи. Через неделю после манифеста Николая II началось восстание моряков в Кронштадте. Придумали хорошо, но тут выявилась роковая особенность России. Дело в том, что между нашими сухопутными и морскими офицерами существовала застарелая вражда. В русской армии флотских считали негодяями и, в общем, справедливо. Трудно представить, чтобы в недрах русской армии появилось такое отребье, как лейтенант Шмидт. Нам про него рассказывал Дим Димыч. Напомню, что Шмидт еще до восстания украл казенные деньги, потом сам себе присвоил воинское звание и, наконец, бросил команду во время боя. В
Все эти художества, по понятиям воинской чести, можно было смыть только самоубийством. Ну и плюс ко всему, человек лежал в психиатрической больнице в Японии. Нервы лечил. При этом лейтенант Шмидт принадлежал к флотской элите. Его отец был адмиралом, а дядя вообще первым по старшинству в российском флоте. Выше были только особой императорской крови. Конечно, Шмидт был терпилой, вариантом Б неудавшегося восстания. Но те, кто вылезли бы на поверхность в случае варианта А, были немногим лучше, учитывая ранг хуже. Поэтому армейские не только не поддерживали флотских, а подавляли их восстание с удовольствием. То есть пленные матросне еще по жопам сапогами поддавали. Конечно, большинство морских офицеров честно выполняло свой долг. А среди армейских тоже были люди разные. Но общая пропорция была 10 к 1. Сравните Колчака и Деникина. Деникин – дрянной человек из славной когорты февралистов. Но во время гражданской войны он все-таки воевал. А Колчак – это говно говна. Восстание в Кронштадте и одновременно начавшееся восстание во Владивостоке были быстро подавлены армейскими частями. В случае победы в Кронштадте, естественно, планировалось восстание в Петербурге, высадка туда морского десанта, залп по Зимнему, убийство царя и разгон правительства. То есть все то, что мы прошли в феврале и в октябре 1917 года. Но, как и в случае с кровавым воскресеньем, что-то пошло не так. В какой степени восстание в Петербурге отменили, а в какой предупредили превентивными мерами – вопрос для будущих историков. Точнее, просто для историков, потому что изложение хода русской революции до сегодняшнего дня – это или глупость, или сектантский бред. То есть глупость злонамеренная. Назвать этих людей историками рука не поднимается. Правда, в последнее время отдельные фрагменты освещаются неплохо. Не прошло и 120 лет. В общем, я в потенциал наших российских историков все-таки верю. Процесс идет. Что, конечно, кого надо, сильно беспокоит. Беспокоится за девственность Луны. К американскому флагу тянутся грязные пальцы. Бытовала такая байка про казаков во Франции 1814 года. Они отнимали у крестьянина барашка, а крестьянин упирался. Тогда они жадину убили. Из домика во двор выбежала жена и дети и стали голосить. Ну, казакам стало неловко, они взяли от стеснения, убили их тоже. А то неудобно как-то получилось. Придумано хорошо, но на русских не очень похоже. Русское зверство другое, там не до стеснений. А вот на англосаксов похоже. Они у нас стеснительные, им стыдно. Поэтому они накануне мировой войны посылают космические корабли на Луну. Им за Луну стыдно. И они очень не хотят, чтобы русские наконец поняли, что сделали с Россией. Русский народ великий, и ответка будет серьезная. Через 2 недели после подавления восстания на Балтике и на Тихом океане началось восстание на Черноморском флоте.
Из-за рассогласованности действий морячков его тоже удалось локализовать, хотя и не так быстро. Первоначально там планировалось восстание всех кораблей флота и провозглашение независимой Украинской республики, которую лейтенант Шмидт стыдливо назвал «южнорусской». Тогда еще австрийская агентура не окрепла для Украины. В это время снова хотели поднять восстание в Петербурге. И снова что-то не получилось. Дело в том, что при всех неблагоприятных факторах, удаленность от центра, близость к морю и границе, это была главная база русской армии. Там все было нашпиговано казармами, в том числе казармами гвардейских частей. Мы уже говорили, что восстание в Санкт-Петербурге готовил Красин. По всей видимости, после неудачи с Кронштадтом он выдал властям планы восставших, то есть то, что сам планировал. Напомню, что Красин в тот момент действовал легально, и ему даже в случае нахождения в помещениях, оцепленных полицией, удавалось беспрепятственно выходить наружу. Это был большевистский азыв. Восстание в Петербурге готовили прежде всего не эсеры, а социал-демократы. Эсеры были слишком мелкотравчатой организацией для такой цели. Хотя между ними и социал-демократами были какие-то виды кооперации, существовало разделение труда. Злые эсеры занимались убийством высших должностных лиц, а добрые социал-демократы готовили восстание в армии и на флоте. Кооперация была, например, отстрел полицейских агентов и ренегатов шел и у эсеров, и у социал-демократов ноздря в ноздрю. Тоже касалось грабежей и рэкета. Но добрые социал-демократы занимались в основном крупняком. Не просто террором, а террором массовым. И восстаниями не в деревнях и аулах, а в крупных городах. Поэтому, если АЗФ сдавал отдельных бомбистов, то Красин сдал ЦК партии. Потом всю инфраструктуру готовящегося восстания в Петербурге и, наконец, саботировал подрыв путей между Москвой и Петербургом, что и предопределило неуспех московского вооруженного восстания. Мы об этом тоже уже говорили в одной из прошлых лекций. Ко всеобщему удивлению, вооруженное восстание вспыхнуло не в Петербурге, а в Москве. Оно началось 9 декабря 1905 года и продлилось 10 дней. Восстание было кровопролитным, погибло 500 человек, в основном мирняк. Разумеется, никакие рабочие участие в восстании не принимали и принимать не могли. А подавление восстания было для москвичей праздником. Кто руководил восстанием, до сих пор неизвестно. Установить, конечно, можно, но следы тщательно затоптаны. Сначала победившими революционерами 1905 года, затем победившими революционерами 1917 года. Считается, что всем руководил никогда не существовавший Михаил Иванович Соколов, укрывавшийся под именами товарища Анатолия и Петра Васильевича, и под погонялами Каин и Медведь. Каин или Медведь? Значит, не Каин и не Медведь погоняло. Должно быть одно. Базировался он в Финляндии и в конце 1906 года был пойман и мгновенно повешен. Что говорит о том, что поймали не его и повесили, если повесили, тоже не его.
Никаких данных о нем нет. Фотография сделана путем монтажа. Вот, посмотрите. Голова непропорционально маленькая, приклеена к другому туловищу. Вот такое у нас состояние исторической науки. Через 30 лет после будто бы распада Советского Союза. Мафия бессмертна. Мафия бессмертна, потому что это секта. Почему восстание в Москве провалилось? Потому же, почему провалились все другие восстания на флоте во время Первой русской революции? Восстание на броненосце Потемкине не поддержала армия. После этого надо было заткнуть фонтан и работать по армии. Что и делали. Но уже постфактум, когда революция закончилась. После Потемкина возник эффект домино. Чистка на Черноморском флоте привела к тому, что восстание Шмидта прошло рассогласованно с восстанием в Кронштадте. Быстрое подавление изолированного восстания в Кронштадте не дало развиться восстанию в Петербурге. Поскольку восстание в Севастополе произошло позже Кронштадта, его удалось быстро подавить, а заодно и ликвидировать очаг революции в Петербурге. Без Петербурга вспомогательное восстание в Москве было лишено смысла. После Москвы в январе 1906 года началось второе восстание во Владивостоке. Это анекдот про крота и ежика. Ежик говорит кроту: «Пойдем в публичный дом». А крот отвечает: «Слушай, я же не вижу ничего». Тогда ежик его к девочкам на тачке повез. Спотыкается крот, из тачки выскакивает и говорит: «Здрасте, девочки! Доперло до Владивостока, что надо Москву поддержать». Череда неудачных восстаний – это и есть подлинная Цусима русского флота. Цусима номер два. Флотские офицеры – это ничтожество, кроты сведенбергианские, которым в 1917 году ксилофон по черепам кувалдами устроили. Вот там все четко сделали. Русские моряки пришли наконец к успеху. Сначала стали убивать адмиралов и офицеров, а потом братва в Кронштадте под лед ушла. Кто до Финляндии добежать не успел в 21-м году. Кто Цусиму номер один во время русско-японской войны устроил, сомнений быть не может. Родионы Романовичи. Сомнения есть и основательные, если не знать, что было дальше. А так у матросов нет вопросов. Конечно, большинство офицеров в Цусиме погибли за родину. Честь им. И если не слава, то вечная память. Но была среди них шваль. И швалей было много. Это связано с самой историей зарождения русского военного флота и с контингентом, который там служил. Русских там было не так много, а качество иностранцев было другое. Немцев везде хватало, но шведы и англичане служили обычно во флоте. Между тем, посмотрите, у нас появилась прореха в логической цепочке. Почему жахнуло в Москве? Сухопутная столица, там-то откуда морячки завелись. А вот оттуда. Нам Дим Димыч об этом уже говорил, я напомню.
Кто бил московским генерал-губернатором? Федор Васильевич Дубасов. А кто это? Это адмирал. Когда его назначили на должность генерал-губернатора? 24 ноября 1905 года. А 9 декабря в городе началось восстание. Совпадение? Не думаю. Получается так. Где морячки, там нехорошо. В 1917 году русской армии уже не было. Офицерский корпус и старослужащих убили на фронте. А 10 лет Бразилии разложили генералитет до уровня банановой республики. Но в 1905 году армия была. Русская армия. Царь был шефом лейб-гвардии Семеновского полка. Он вызвал командира к себе, поверх Совета министров, поверх главнокомандующего, и сказал: «В Москве нехорошо. Поляки, евреи и кавказцы устроили чехарду. Русских убивают, насилуют, грабят. Все под подставными фамилиями, много переодетых иностранцев. Во дворах расстреливают полицейских и дворников. Часть диверсантов использует форму жандармов. Надо разобраться». И командир гвардии полковник Георгий Александрович Мин разобрался. Он даже не весь полк взял, только строевые части и только старослужащих. Вот таких молодцов. Приехал в Москву, пришел к Дубасову. Тот начал фигеле-мигеле. Шел в комнату, попал в другую, Шойгу выпиливает лобзиком, мы поверили Меркель. А Мин ему сказал: «Ты задницей не крути. Пиши письменный приказ о немедленном подавлении восстания по законам военного времени. Или я тебе, как изменнику и предателю, сейчас мозги из револьвера выщем». Адмиральчик приказ и подписал. И передал Мину. А людишечек не дал. Все сухопутные части в Москве были заблокированы в казармах. Но Мин порядок навел. Щушера с первого залпа полезла на стены. С кем там было воевать? С бандитскими шайками из горных аулов, да с уголовной шпаной. Афинов было мало, это Петербург рядом, там бы они развернулись. С Москвой из-за этого и в 1917-м были проблемы. 2 недели колупались. А в Петербурге Октябрьскую революцию финские егеря за 24 часа провели. Любо-дорого. После того, как восстание было подавлено, адмирал попросил Мина вернуть письменный приказ назад. Потому что понимал, что это смертный приговор. Мин ему его не отдал и сказал, что будет носить у сердца до смерти. На нем его потом и нашли, в сюртуке, залитом кровью. После восстановления порядка Дубасов организовал большой званый обед, но на него пригласили только часть офицеров полка Мина. А самого Мина посадили в дальний угол не по чину и стали игнорить. О победителях смуты на обеде не было и по Мину, извините за каламбур. Тогда Мин сам поднял тост за полк, и Дубасов был вынужден выпить бокал. После этого Мин поехал к царю в Петербург с личным докладом поверх субординации. И Николай сделал его генералом и зачислил в свою свиту.
как спасителя Отечества. Ну, а через несколько месяцев морячки его убили 4 выстрелами в спину при жене и дочери. Послали торпеду сумасшедшую. Убийство Амина было большой ошибкой, потому что окончательно восстановило армейских против морячков. Мин был любим в полку и прошел там все ступени карьеры. Офицеры полка – это закрытый мужской клуб. Мина все знали. Это честный, порядочный человек, которому срут на могилу 100 лет, а имя Тваринды, которое его убило, до сих пор носит улица в Твери. Не хочу называть ее фамилию, есть 3 фото. Все 3 непохожие друг на друга. Да какая разница, Зульфия или Манущак, один хрен. А тогда карточки печатали и гимназистам раздавали. Они их собирали, как бейсбольные команды на вкладышах в жвачки. Когда Россия будет независимой свободной страной, когда на Пресне будет памятник Мину, памятник спасителю России, подарившему русскому народу еще 10 лет жизни в своем государстве. Разбор бреда о его зверствах приводить не буду, сами почитайте, вы уже взрослые мальчики и девочки. Это веселая юмористическая литература для человека гиперинформационной эпохи. В Одессе сами себя сожгли 46 донбурасцев, в Буче насиловали 6-месячных детей, съели попугайчика. Ну, в 1905-м people howl. Тогда в России армия-то была, но народ тоже был еще не пуганный, балованный. Страна непуганных идиотов. Люди в себя, кто поумнее, стали приходить после Первой мировой и гражданской. Простой городской народ к концу 20-х, после коммунального ада. А крестьяне только после коллективизации жизнь поняли. Каково это жить в чужом государстве, да еще в государстве, управляемой прибабахнутыми сведенборгианцами. По канону, как ни крути, Дубасова нужно было наказать. Как и Мина. Он отдал письменный приказ, подавлению восстания не мешал. Ложа 3 Нептунов шутить не любит. Но Дубасов – это верхи верхов, чуть ли не член императорской фамилии, поэтому спустили на тормозах. Градус немеренный, морской, отделался почти легким испугом. Сначала предотвратили одно покушение, потом другое, потом вроде дело дошло до серьезного. Но в результате взрыва погиб не он, а адъютант. И какая незадача, сам террорист. И, наконец, в декабре 1906-го, через год после восстания, Дубасов гулял по Таврическому саду в Петербурге, и на него напало 4 эсеровских боевиков. Они произвели 13 выстрелов в упор, а затем бросили бомбу, начиненную гвоздями. Вы будете смеяться, но ни одна пуля в адмирала не попала. Взрыв бомбы тоже не произвел должного эффекта. Небожитель. Дубасов, кстати, тогда ходатайствовал о смягчении участи покушавшихся. Оценил актерское мастерство. Дубасов по своему типу напоминал Михаила Илларионовича Кутузова. Это такой старый, растленный военный дипломат, интриган, очень хитрый и живучий.
Конечно, ему не ставилась задача организовать восстание в Москве. От него ожидалось, и это ему, конечно, было сказано, что он должен действовать спустя рукава и играть дурочку. При этом никаких симпатий к самим революционерам у него не было и быть не могло. Просто он шведов смертельно боялся и понимал, что это сила. Он видел, как погиб умный и искушенный Бобриков. Ведь это дурачки подвякивают, что Бобриков – русский идиот, которого Николашка-дурак поставил управлять прогрессивной Финляндией. Наоборот, он хотел помочь финнам и уравнять их правах со шведами. Матерью Бобрикова была Александра Зейланд, а женой – баронесса Сталь фон Гольштейн. А шведская мразь испугалась за свои привилегии и стала наускивать финское простонародье на русского черта Бобрикова, который пришел из них кровь пить и бить кнутом. А он хотел, чтобы финны учились в университетах и чтобы Финляндия была другом и союзником России, у которой она и дальше бы жила, как у Христа, за пазухой. Что Стокгольм, естественно, бесило. Но Бобриков действовал прямолинейно и не понимал, что шведы – это тоталитарная секта. А Дубасов, несмотря на дубоватую фамилию, был русской лисой, как и Кутузов, и все понимал отлично. Между прочим, его жена была сестрой Сипягина, министра внутренних дел, убитого в 1902 году. Он прекрасно понимал, с кем имеет дело, и что России в период перестройки государственного аппарата надо будет хитрить и лавировать лет 20. Дубасову надо было выжить, и он выжил. Путем саботажа, но также саботажа. Это не предатель. Но героем его тоже назвать трудно. Памятника не заслужил. Амин заслужил. Второй Минин. Цусиму номер один у российского флота выиграли японцы. А Цусиму номер два у российского флота выиграли русские. Потому что воевали на своей почве. В Москве. Хорошо. Демократизация России оказалась кому-то не по ноздре. Этот кто-то тут же выступил против демократии под лозунгом «Вали актив». Всех убить, перерезать, взорвать заводы, затопить броненосцы, распустить армию, отнять землю и так далее. Понятно. Фрустрация на мгновенное изменение политической системы, прикрывающее нечто более глубокое. Непонимание и неприятие самой сути демократической формы правления. Убью зарежу – это, конечно, демократия, но в пределах одной пиратской шхуны, которая грабит судно, а потом честно делит на палубе награбленное. На таких принципах можно построить пиратский полис, Тартугу или Порт-Рояль. Но если говорить про уровень государства, то убью зарежу – это ГУЛАГ. За него и выступали в 1905 году. И в значительной степени те люди, которые через 12 лет этот ГУЛАГ стали строить на практике. Все понятно. Понятно также, что этого-то и надо было добрым соседям и друзьям, и ближним, и заокеанским. Они над разрушением России, а затем созданием на ее месте полоумной азиатской сатрапии, работали не покладая рук. Умные конкуренты никому не нужны, тем более с неограниченными ресурсами.
Ясно, что никто напрямую вархаммеровскую костоломию строить не будет. Все должно проходить под лозунгом борьбы хорошистов против плохишистов. Так что все, от Милюкова и Гучкова до Ленина и Кропоткина, дудели в одну и ту же дуду. Вали царских сатрапов, строй русскую демократию. А зачем, спрашивается, ломиться в открытую дверь, да еще с топором в руках, если в России приняты демократические законы и начаты выборы в парламент? Ответ дал Троцкий. Царь обманывает, никаких выборов не будет, и отмены цензуры не будет, вообще ничего не будет. Надо сжечь города. И пытались. А царские сатрапы все восстания аккуратненько подавили и провели свободные выборы. Ультрасвободные. Насколько это вообще возможно в самых демократических странах? Зачем же тогда были восстания? Их было много, и ребята бились лысиной об стену очень упорно. Что им было надо? И вот тут выходит, что одной дикостью и бескультурием объяснить произошедшее нельзя. Не так уж все плохо было с головой у людей в стране с развитой промышленностью, европейскими городами, университетами и уже великой русской культурой с Пушкиным, Достоевским и Чайковским. Не папуасия же это какая-то, в конце концов. Выходит, что мы что-то в ходе русской революции не понимаем. А не понимаем, потому что не видим ее подлинных целей. Цели правительства ясны. Они никогда и не менялись. Ни в 904-м, ни в 905-м, ни в 906-м и 7-м. Демократизация в России началась сразу после начала царствования Николая II. И это с учетом, что и царствование Александра III нельзя считать настоящей реакцией. Александр III сохранил все основные реформы своего отца. И по поводу, в кавычках, реакционности его правления лучше всех высказался один современник, который воскликнул: «И всего-то?» Ну, казнил народовольцев, которые убили его отца, а через несколько лет их последующие, которые хотели убить его самого. А что, он должен был им талоны на усиленное питание выдавать? А уж о Николае II и говорить нечего. Либеральная легенда, согласно которой в России росло освободительное движение, трудящиеся упорно боролись с царизмом, и тогда Николашка, разум которого помутил шайтан, решил втянуть страну в войну с Японией, чтобы маленькая победоносная война отвлекла трудящихся от их основного занятия, борьбы с ненавистной Руснёй, ненавистным царизмом, эта легенда не выдерживает никакой критики. Якобы это сказал Плеве, министр внутренних дел. И Плеве, как персонаж кукольного театрика, на протяжении 100 лет извлекается из коробки балаганных дел мастерами, чтобы произнести одну и ту же фразу. Сказал и снова в коробку. И фамилию тоже специально подобрали. Плеве, Плевук. Там все подбирают мастера. Все брехня. Во-первых, Плеве убили за полгода до начала войны. Во-вторых, фраза о маленькой победоносной войне сказана перед началом войны испано-американской. Ее произнес американский министр иностранных дел Джон Хей. Никаких данных о том, что ее произносил Плеве, нет. Эта информация появилась через 7 лет после его смерти в анонимной брошюре некоего А. Морского.
Вероятно, под этим псевдонимом скрывался Владимир Иванович фон Штейн, о котором известно мало. В это время под псевдонимом А. Морской была известна порнографическая повесть «Грех Содомский». Какое отношение один Морской имеет к другому, непонятно. После убийства Плевы на его место назначили Святополк Мирского, человека явно либеральных воззрений. До такой степени либеральных, что его сын затем стал членом британской коммунистической партии. А эпоху правления Святополк Мирского современники назвали «русской весной». Вот откуда берет начало учреждение русского парламента. Широкая демократизация началась еще до начала войны с Японией, по инициативе и по плану правительства. Это не на шутку испугало Запад, которое войну с Японией и спровоцировало. Потому что если в результате реформ 60-х годов Россия стала современной промышленной державой с огромной железнодорожной сетью, то после перехода к буржуазно-демократическому правлению она стала бы второй Америкой. Но Америка, имеющая непосредственную границу с Европой и самую сильную в мире сухопутную армию. Поэтому Николай неукоснительно проводил демократизацию, а Запад ему мещал, засылая вирусы, размещая ссылки на порносайты и так далее. Вот это и есть в кавычках помощь Запада молодой русской демократии. Политики никогда не борются за ту или иную форму правления. Они всегда борются за власть. И главный вопрос любой революции – это вопрос о власти. Все остальное – болтология. Иногда истинная, а иногда ложная. Когда как? Кто с кем боролся за власть в России, опираясь на помощь Запада? Считается, что русская революция 1905 года – это революция буржуазная. Это значит, что буржуазия возглавляла эту революцию и в результате ее победы должна была оттеснить от руководства феодальную аристократию, попутно изменив саму форму правления. На конституционную монархию, а может быть, на республику. Может быть. Но представьте себе ситуацию, например, в Азербайджане, который в то время внезапно стал независимой страной. Ну, предположим. Там идет буржуазная революция. Политическая власть в стране была властью крупных землевладельцев, беков. Беки – это тюрки и мусульмане. А торговый класс в городах – это армяне. Значит, что означает буржуазная революция в условиях Азербайджана? Это революция не социальная, а этническая. Власть переходит от одного народа к другому в рамках многонационального государства. Справедливо ли это? Даже если считать, что там половина населения азербайджанцы, а половина армяне, оправданность такой революции довольно сомнительна. А если азербайджанцев 90%, а армян 10%, это справедливо? Может быть, в этом случае буржуазная революция – это реакция и восстановление этнического гнета. Хотя сам политический режим при армянах может стать мягче. Но скорее теоретически, потому что их мало.
и прямая демократия лишит их мест в парламенте. А скорее всего, из-за этнической неприязни в таком государстве начнется резня. Она в 1905 году и началась. Выходит, что в данном случае речь идет о социальной маскировке этнической революции. Может ли быть наоборот? Может. Например, в украинских землях 5% польских помещиков держали 50% крупных земельных угодий. В этом случае лозунг «режь ляхов» может быть маскировкой аграрной революции. Если посмотреть на все эти хитросплетения из птичьего полета и сравнивать этнические и социальные противоречия, то этническое начало сильнее. Это базис. Подавляющее число государств имеет не социальную, а этническую природу. Хотя и может из-за разного строя отличаться очень сильно. Вспомните Северную и Южную Корею. Но это исключение. Кровь сильнее денег. Хотя марксисты говорят, точнее вопят, как недорезанные свиньи, об обратном. Можно легко стать представителем другого класса. И забавно со стороны наблюдать, как меняются привычки людей после существенного изменения уровня доходов. Дмитрий Евгеньевич мне рассказывал, что он видел много таких метаморфоз в 90-е годы. Когда 40-летний трудяга впервые в жизни оказывался безработным и за полгода дезинтегрировался до степени бомжа. Или затюканный инженер, которого всю жизнь вытирали ноги, оказывался отцом банкира. Через год он начинал орать на своего шофера. Все происходит до более просто. Меняются даже бытовые привычки, складывающиеся десятилетиями. А вот национальность поменять нельзя. Это очень трудно и приводит к нервным расстройствам. Возникло даже такое понятие в психологии – культурный шок. Человек переезжает в другую страну, вроде у него все хорошо, а он постепенно сходит с ума. И это при том, что он не маскирует свою национальность. А если он хочет слиться с местностью? Такое возможно только как единичное явление, и то частично. То же касается пола. Если поменять мужской пол на женский, появится не женщина, а мужчина, поменявший пол. А евреи или китаец, ставшие русскими, будут не русскими, а евреями и китайцами, ставшими русскими. В отличие, повторяю, от классовых различий. В этом соблазн экспроприации, то есть отчуждения собственности. Собственность – это то, что действительно можно отнять. Если человек хорошо поет, ему можно, конечно, завидовать. Но, в общем, платонически. Поэтому обычно его хвалят. Аплодируют. Голос не присвоишь. Это возможно только в сказке «Тим Талер» или «Проданный смех». А вот собственность присвоить можно. Бывший миллионер и сноб станет нищим, а вы станете вместо него самым настоящим миллионером. То же касается и социального положения. Ты начальник, я дурак. Я начальник, ты дурак. Так оно и есть. Ну, уже не в такой жесткой форме, потому что нужны навыки управления, но не боги горшки обжигают.
В этом проблема трансплантологии. Сейчас человек постепенно теряет идентичность и не чувствует себя хозяином своего тела. У него можно отнять руку или легкое. Его кровь превращается в деньги, а деньги можно отнять. Мы постепенно погружаемся в мир каннибализма. Исходя из всего вышесказанного, понятно, что любая революция всегда крутится вокруг отчуждения собственности. Но грабят часто по национальному признаку, особенно если грабят скопом. Революция – это всегда скопом. Отнять все и поделить. Получают, конечно, немногие, но грабит всегда народ. Грабь награбленная. Итак, вернемся, к примеру, с Азербайджаном. Конфликт между крупными землевладельцами и бизнесменами означал бы в этой стране конфликт между двумя народами и победа буржуазной революции – означало бы победу армян над азербайджанцами. Сейчас вы поймете, куда я клоню. Вот дедушка, кажется, понял. Да, вот тот с орденскими планками, золотым зубом. Да, вот дедушка. Вы никогда не задумывались, а чего это во время Первой русской революции была такая ненависть к помещикам? Их ненавидели все и какой-то лютой, запредельной ненавистью. Призывали просто убивать. И убивали, сжигали семьями заживо. За что? Да, вот дедушка, он теперь понял. Поднимите его, дайте ему нитроглицерин. Да, в хорошем смысле этого слова. Что русские помещики сделали, в чем провинились перед людьми? Земли у крестьян было столько, что они часто не могли ее полностью обработать, а крепостное право было отменено 2 поколения назад. Его помнили только старики. А дело в том, что это была русская собственность, и собственность крупная. Эта земля принадлежала русским и была источником их политического могущества. Не в такой степени, как до реформы, но еще в значительной. То есть лозунг «отнять землю у помещика» означал «грабь и убивай русских», «русню на ножи» и русских образованных, культурных, являющихся костяком административного аппарата и армии. Подмена при этом была уже в самом термине, потому что это были никакие не помещики, ведь крепостное право давно отменили, и у них не было крепостных крестьян. Это просто собственники больших земельных наделов, и все. Значит, все экономические выкладки здесь ничего не значит, и они совсем не интересовали революционеров, как их не интересовала и политическая система будущего российского государства. Их интересовала власть, их этнической группы, этнической, а не социальной. Поэтому они не очень выступали и за интересы буржуазии, хотя здесь картина была другая. Русских капиталистов было не так много. Пожалуй, они даже были в меньшинстве, если учесть влияние в бизнесе старообрядческой секты. Но поскольку социальные вопросы не очень интересовали, поэтому якобы буржуазная революция 905 года
с самого начала приняла открыто антибуржуазный характер. Уже в первые месяцы само слово «буржуа» стало площадным ругательством. Буржуй недорезанный. А буржуазные партии в России так и не сформировались. Кадеты были фурьеристами, а октябристы – конгломератом кружков и масонских лож, устроенных отнюдь не по социальному, а по тому же этническому признаку. В России не было ни одной буржуазной партии. Вот такая буржуазная революция. Помните, мы рассказывали про Российскую социал-демократическую рабочую партию и выяснили, прямо по списку делегатов учредительного съезда показали, что она не была ни российской, ни рабочей. Там не было рабочих, а русские были в сильном меньшинстве. Мы тогда решили, что она не была еще вдобавок социал-демократической и вообще не была партией. Но процесс шел. В смысле организационном, РСДРП через 3 года, к апрелю 1906 года, то есть к 4-му съезду, превратилась в партию. Там появился электорат, братва. Но это были не рабочие. Кто входил в эту партию и партией кого стала РСДРП? Но об этом мы поговорим в следующей лекции. Ну а в заключение традиционный завершающий тост. В Европе с середины XIX века принято в виде короткого тоста говорить «чин-чин». Считается, что слово завезено после военной экспедиции в Китай английскими моряками. Оно похоже на звук чокающихся бокалов и на кантонском диалекте означает «пожалуйста». Это не совсем так. Английские моряки над европейцами пошутили. Слово японское. По-японски чин-чин – это пиписька. Так выпьем же за взаимопонимание между народами. Вот так. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, присылайте донат, подписывайтесь обязательно на Boosty. Оставайтесь всегда с нами, а мы с вами всегда и так. До новых встреч!